Итак, всем привет. Да? Давай. А где тачка у тебя? Смотри-ка что, какие люди. Случайная встреча. Вот это тайминг. Да, удачный тайминг. Какой ты красивый, вау, соска просто, смотрите. Все, короче, едем в Пензу. Наконец-то вышли товарищи. Мы уже пока тебя ждали. Да, да. А что, Роберт с нами? Роберт с нами едет, да. С работы забираем. Красиво. А с них результаты. Да? Так, все, короче, мы выдвигаемся в Пензу. А, да, да. Короче, что у нас? Айдар, мы с тобой будем умирать в Пензе. Да. Да. Тимур будет... Что ты, Тимур? Ты будешь ошибаться и летать, а Маша будет выигрывать, да? Я себе травму нанес. Какую? Психологическую? Сколько нам ехать, Тимур? 6. 7 часов сейчас будем. 6-7 часов ехать. Тебе пойдет такое? Да. Навали, давай, навали. И новые вершины покорять. Поверь мне, так трудно говорить. Прощай. Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Так, мы приехали в какую-то деревню, будем покупать еду. Ну как еду? Я куплю лимонад. Айдар, а ты что хочешь купить? Я не знаю, мне какие-то тащины. Запах ларька. Давай, бери уже. Мы проехали примерно полпути, находимся в какой-то деревне, не знаю где. Купили вот еды и сейчас поедем дальше. Что купили? Так вы не тот твикс взяли. Я думал, вы твикс, про который тортик. А, нет. Хорошо на улице так-то. Черноголовка. Покажи. Покажи. Ну, похоже, казахская, да? Да, казахская. О, прям, это же прям Кока-Кола. Мини кайта. Да, кайта. Они казахские. Это, капец, все там бубликов. Вот так вот. Бананчики. Маленькие такие. Устал? Тимур устал. Пойдем получать стартовые пакеты. Заявка на другие улицы. Вот КПшки висят. Настроим. А что у нас есть? Ага, есть. Пишите тренера. Может, вот берет, может. Так, сколько вам? Короче, заселились мы в однушечку. Сейчас посмотрим. Там у нас 3 дивана, 3 кровати. Ой, 2 дивана и 1 кровать двуспальная. Номер 2, номер 3. Ну, он вон там, да. Так, квартира номер. Надо искать, где квартира с этим, с замочком. Вот, вот. Вот это то, что надо. Прошу, проходите, проходите, проходите. Документы. Обзор быстрый на квартиру. Вау. Итак, квартира Маши и Тимура. Здесь... Ой, квартира, комната. Здесь я хз, кто будет спать, посмотрим. Либо я, либо Айдар. Дальше идем. Ой, смотрите, вот это кухня. Я, короче, здесь. Мне здесь нравится. Я здесь буду. Смотри, это что такое? Ой, кухня прекрасная. Прекрасный холодильник. Короче, идеальная квартира. Даже картины маслом. Айдар, ты доволен квартирой? Тебе нравится? Мне да. Да. Лучше здесь есть
Порошок стиральный? Полотенце? Ватные палочки? На всех. Это уже плюс. И то, что дверь закрывается в туалет, мне кажется, это очень шикарно. Вот сходили мы в магазин, закупились всякой едой, квасом, вот, тимуровский квас. Сейчас будем готовить картошечку с курицей. Чипсов мы тоже на 4 человека, 4 пачки, 4 пачки. Ты доволен, Айдар? Я проснулся, да, нормально. Вот Маша приготовила супер раз с курицей, да? Да. Айдар, вкусно? Такие же вкусные, как у Маши блины. Это вообще не грамм сарказма. Так, вкусно или нет? Вкусно. Слишком долгая пауза. Ну, выглядит просто шикарно, конечно. Пюрешечка с курочкой. Что, Тимур, скажешь? Соли. Спасибо, Маша. Я всегда просто. Завтрак чемпионов. Мюсли, йогурт. Большой контейнер. Nice to meet you. Мы покушали. Молодцы. Молодцы. Айдар моет посудку. Какой у нас видок из квартиры. Через час поедем на старт. Сегодня бежим классику. Я отвечал за квартиру, нашел квартиру. Лучший вариант, который был. Пензе, самый лучший вариант. Я добрал себе. Че, уходим? Сегодня сечение 2.5 метра. Ой, ладно. Какая разница? Масштаб сегодня 75. 10 тысяч. Готов. Вчера, потому что не провели собрание. Какая у тебя сегодня группа? А собрание вчера не провели, и потому что вечером. А что ты вечером делал? Ты скажи на камеру. Мы кушали этот пюре. И квас пили, да? И квас. И курицу ели. Да. Да. Скажу, что я там что-то завязал уже все. Ходите, выходите. Ключ от машины ты не взял? Это не твоя машина же. Ты расстроился? Я? Да, я плакал. Ой, дождь, фу. Дождь, неприятная погода. И в этом году я еще дождь не встречал ни разу. Так что это первый дождь в этом году. Итак, сейчас будем звонить по номеру телефона. Это мой рабочий телефон. Сейчас. Итак, вызов пошел. Пошел или нет? Как будто бы нет. Вот, все открывается. О, вот эта система. Куда ехать? Я не знаю, куда ехать. Тимур, давай, ты за рулем решай. И сколько мы будем сидеть? А, ты уже камеру включил? Да. Что хочешь? Сейчас. Просто тут... Ну тут дождь идет так-то. Да. Пойдем, походим. Пойдем? Пойдемте, походим. Что делать? Сидеть в машине, что ли? Давай переоденемся. А что, обратно залезли? Выходим же. Ой! Куча самарцев каких-то приехал на автобусе. А они сели в масачку и не вылезают вообще. Короче, до старта у нас еще, блин, 2 часа. Так что будем сейчас под дождем тут лазить, что-то делать. С кем-то разговаривать, наверное, не знаю. Оло! Мы куда-то идем, нет? Ну, сейчас мы а, вы переодеваетесь. Господи. Стартуем. Тахавиев Тимур. 16-я минута. Я 22-я. Матыгулин Айдар. 26-я. Ты меня не догонишь? Я тебя не догоню. Мы так и разойдемся. Такой вот здесь лес. Говно. Говно лес, можно сказать. Что ты скажешь про лес? Ну, мне не нравится такой лес. Я люблю сосны. Маш, ты предложила. 50 метров. Забиваемся на финиш. Я забуду уже на финиш. Забиваемся на финиш. Кто медленнее всех пробежит, ты тоже с нами? Да, с нами она. Моет сегодня всю посуду за всех. После обеда. После пюре тоже, да, после пюре тоже. Всю посуду. Напоминаем, что у нас на обед сегодня пельмени. Маша, все. Нет, я вообще за. Я пельмени. Да тут финиш, что 20 метров. 10 метров. Это... Не, пацаны,
Бежать вообще фигня. Ну, по приколу. Айдар, я вижу, как на тебя смотрит этот пирожок. Берешь? Сейчас нет, постфиниша. А, постфиниша? Да их не останется постфиниша. Ну, а что делать? Ой, выглядит, конечно, вкусно и пахнет. Ну ладно, перед стартом не будем испытывать судьбу. Так, мы вышли на разминку. И как ваши ноги, Тимур? Я вот сейчас не бегу, холодно. Тимур. Мне плохо. Так, Айдар. Непонятно. Непонятно. Мне тоже пока непонятно. Принцип. Говори плохо, если получится плохо, у тебя уже есть. Отмазка, да. Если у тебя получится хорошо, скажешь, ну, что, сильный вопрос? Ну да, сразу заранее говорим, что, блядь, сегодня плохо побежим. Я вот уже устал. Я тоже. Тимур ушел стартовать. Айдар сейчас... Я вот сейчас стартую. А, я впервые стартую, точнее. Сейчас пойду я, через 10 минут, через даже меньше уже. Потом пойдет Айдар. Через 4 минуты после меня. Но Айдар меня не догонит. Заходим в стартовый коридор. У меня уже почти минута моя подошла. Видео вот здесь. Своего лотка можно посмотреть группу и карту перевернуть. 3, 2, 1. Как ты быстро бежишь. Говно. Давай, пацан, опять ты красава. Пятьдесят четыре, 56. Да, чипы говно. Сейчас на 7:25. Я тебя выигрывал на бабочке. Да. Конечно, будет. Да. Канал свой есть? Да. Давай подпишемся. Телефон есть с собой? Какое название? Вот Скалкин Антон так и называется. Выкладываешь куда-нибудь, нет? А куда? На YouTube. На YouTube. Как найти? Так и называется Антон Скалкин по имени. Ну все, я прибежал. Тимура проиграл сечки вообще, там 10 секунд Тимура проиграл. Ну, как мы и говорили, все может измениться. Прибежал пятый, но буду. Казань Олег, Республика Мордовия, 47-32. Вот лидера я проиграл 7 минут. А, как 7? 8 минут лидера проиграл. Ну, тяжело, конечно, но я практически сильно не ошибался. Но бежал тяжело. Я понял, что завтра будет прям вообще капец тяжело. Я сегодня еле добегал концовку. Мне было так тяжело. Нет, я ноги вообще не могу. Так что будем завтра делать, Тимур? Как нам выходить из леса? Я надеюсь, что мы соберемся там в дружной компании. Сегодня? И будем друг друга тянуть. А, да. Ну ты не убегай тогда. Я хочу, чтобы сначала менее бешеные за мной, потом более бешеные. Ну, чтобы под конец... Собирали. Да. Ты смотри-ка, кого нашли. Привет, котик. Привет, привет. Кто ты такой? Кот. Мурчит. Нет, просто какой-то здесь, не знаю, ты хочешь на меня залезть? Ой, давай, давай, залезай. Обниматься это будем? Это кошка. Ты куда? Куда ты лезешь? О, фига, дерево. Ой. Так. Антон Скалкин в мире животных. Зачем она на меня залезла? Смотри, она прям очень любвеобильная. Все, и что теперь делать? Не знаю. Вот мы и стоим с котом, с кошкой. Смотри, он трется об себя. Ой, морщит там. И что теперь делать? Кот, ты так и будешь там сидеть? Так вот, я попал в плен кота. Пошли. Надо, ой, да, а ты не будешь свои эти забирать? Легенда, не будешь свои забирать? Кот, кис, кить. Ты будешь спускаться? Ему вообще пофиг. Он даже не хочет с тобой спускаться. Да, он там. Он там трется об тебя. Прибежал у нас Айдар Матыгулин. И он нам расскажет. Короче, если бы не вон тот чувак с Ульяновска, я бы уже сошел два раза. Я, короче, хочу сойти, а он на каждом перегоне меня обгоняет. И обгоняет, обгоняет, обгоняет. Обгоняет, убегает, потом снова сзади меня догоняет, обгоняет. Иди, я завтра не стал. Я уже забрал.
А наш? А, ну я свою только забрал. Ну забери все, ты ж посмотрите. Да. Какая разница? Я просто зашел и забрал. Да вон подойди, забери. Тебе одну карту надо взять, только твою. Что, сам не можешь забрать? А ты доехать до квартиры можешь сам? Да, если сюда еду, если ты не возьмешь. Ключ-то у меня. Сколько? 6 секунд. Мойки! Они моют. Мы с Машей моем посуду. Я вот дурак. 7 секунд, у него 6. Вы моете. Вы вот на этот как шли? На 7-й? Не знаю. Вот так вообще... вот? Маш, а ты как пробежала? Ты выиграла? Нет, я третья. Третья? Точно останешься третьей уже? Точно. Вот, вот. Маша красава. Маша красава. А Тимур не залез в тройку. А вы этот? А я и не хотел. А ты какой? Я тоже не хотел. Что у нас сегодня будет на обед? Что у нас на обед? Пельмени. Ну, пельмени на обед, это классно. Давайте жареные пельмени сделаем. Ну, такие лохи, конечно. Как вы так? Мы приехали, делились. Я даже уже когда начал ошибаться, там у меня уже просто цвело бок. Ты начал ошибаться? Я начал еле дышать. Ну, как начал? А мне полз клещ, поэтому... Чё? Да. Сейчас? Да, долго жду, я его снял, я орал. Как не надо, сказала мне. Чё, как вы, довольны первым днем? Как прошел? Дистанция, конечно, на троечку. Слишком простая, да? Да. Тимур, ты доволен, что попал в десяточку? Нет, конечно. А ты хотел как? Я хотел, чтобы я прибежал, у меня не болело. Я понял. Ты доволен собой? Ой, то, что я дошел, да, потому что я уже после четвертого пункта хотел встречи. Все, поехали кушать. Подожди. Давайте. Клещ? Клещ? Клещ. Так вот, идем. По улице. Прекрасно. Сейчас будем кушать пельмени. По Машкиным рецепту. Все. Чепалаху Тимур там хотел. Ну пока мы доели почти весь пакет чипсов, пока мы ждем пельмени. Сейчас посмотрим. Дай. Принеси меня река. Молодец, Айдар. Пошел. Все, мы прибыли на старт сегодняшнего дня. Ой, Тимур, тачка грязная. Вот так тут все выглядит. Сегодня бежим лонг. Будем погибать. Мы идем смотреть центровой КП. Он находится вот на... Вот, блин, капец. На этой херне. Скользко. Сейчас забрались на эту гору. Ага. Есть. Здесь у нас находится 41-й контрольный пункт и пункт питания. Но здесь есть дорожка, если что. Вот отсюда такая. Забежать. Так. Какой королевский стул нашел. Какой? Такой. А я сейчас буду на него переодеваться. А ты же его не используешь все равно. Он простаивает. Сколько у нас километров? 11. 11 километров бежим. Мы посчитали с Тимуром, что это будет около часа 40. Час 30 через час 40. Хотелось бы побыстрее, но я думаю, у меня это точно быстрее не будет. Так что я к финишу должен погибнуть. Айдар сегодня решил вообще пройти только час дистанции, полчаса в лесу походит и придет на финиш. И будет есть шашлык. План у него отличный, я считаю. Да. Мы обсуждаем все подряд. Где была? Сплетни. Как там туалет? Хорошенький, я проверю. Вот, переодеваемся. Сейчас до старта у нас осталось еще... у меня 40 минут до старта. Разминаться, конечно же, не будем. Потому что кому это надо перед лонгом разминаться? Нет. Но так чисто ноги потрясти и все. Тимур начинает уже разминку. Старт у него еще через час. Молодец, Тимур. Туалет мы видим. Огромная очередь. Поэтому придется искать туалет где-то в лесу. Да, Айдар? Да. Да. Все, пойдем в лес, значит. Вчера я забежал в десяточку.
Я планировал в пятнашку, забежал в десяточку на восьмое место. А сегодня, конечно, будет тяжелее, мне кажется, залезть куда-нибудь повыше. Начну потихоньку. Главное, чтобы нормально дойти до финиша. В пятнашку также хочу зайти. Вот. Мне вчера 10 секунд не хватило, чтобы подтвердить кандидата. Ну, ладно. Сейчас пойду на дистанцию. Сегодня беру с собой две камеры, потому что нейлонг обычно мне не хватает одной. Так что запишу все опять на камеру. Не знаю. Болит живот, хочется в туалет. Боюсь, что придется где-то совершить остановку. Возможно, я взял с собой все необходимое для этого. Проверим, хватит меня или нет. Две карты взял случайно. Две карты взял. Ой, Дар, а что, все уже кончится, что ли? Эх ты! Давай, Витулю! Опа! Давай! Давай! Здесь дорогу проверим. Ой, здорово, здорово! Привет, привет! Срань! Конечно! Короче, я прибежал с уставшим. Айдар меня уже встречает шашлычком. Прекрасно. Спасибо, Айдар. Пожалуйста. Ну, короче, я бы не сказал, что тяжелая дистанция. Беговая вообще. Все беговое. Зимнее ориентирование сегодня. По дорожкам, да, все. Короче, прибежал я 12-й. Я думаю, я даже в 20-ке, может, еле-еле останусь. Потому что сзади пацаны еще пробегут. Ну, мне понравилось, в принципе. Хорошо было. Сколько ты побежал? 6 пунктов. Вот мы с Айдаром сразу после финиша закупились пирожочками, с картошечкой, с луком, с капустой и с повидлом. Сейчас пойдем переодеваться и кушать. Все закончилось не так уж плохо, на самом деле. Я боялся, что я устану сильнее. Хорошо. Айдар возьмет еще куриный шашлык, а я возьму еще пирожков. Нам не хватило. А вот это тут еще есть пирожки? Нет, это не пирожки. А-а-а, только с повидлом. Тоже неплохо. О, вы только посмотрите на вот это прекрасное чудо. Вообще, курицы. Выглядит просто шикарно, если честно. Мой пирожок. Сейчас Антон тоже попробует и скажет, как это. Пробуем. Это прекрасно. Да, это прекрасно. А у меня будет пирожок. Все довольны сегодняшним днем? Я, да, я разбился. Айдар молодец, доволен. Тимур не сломался. Маша? Ну, мне не понравились. Потому что... Не понравилась дистанция. Ну, очень простая. А тебе интересно? Мне было очень интересно просто. Я кайфанул от такой дистанции, да? Простой, да. Зимнее ориентирование ломал. Нет, конечно, отстой. Все вчера, что сегодня. По зимней сетке летом бежали. Вот сейчас мы едем домой кушать что? Какая-то фигню будем кушать. То, что есть в холодильнике, то и сделаем. То есть закупаться сейчас не будем? Конечно, будем, там ничего будем. Нет, там холодильники практически, там даже остатки паштета, даже остатки вода сосисок. Нужна. Даже вода нужна. Ладно, воды. Сегодня кто платит? Я карточку не брала. Так, все по несколько раз. Давай чипсы. Блядь, опять он со своей камерой. Ты так смешно ругаешься. Ну это реально, потому что. Нормально. Пушка. Как раз на четверых это есть развлечение, если что. Сегодня у нас последний ужин в Пензе. Что мы будем готовить, Тимур? Нет, Тимур, что мы будем готовить? Блины. Так. Давай, клади уже, она разогрелась. Давай, Тимур. Давай, устраивай. Когда надо перевернуть. У тебя очень хорошо получается. А что, вы уже открыли эти? А вы жуки еще и спрятали. Вот улыбу давят оба. И каждый раз предлагал ему из-за крутого состава. Он говорит, я не хочу такой смотреть. Маш, я уже года два как посмотрел, когда он вышел, сразу посмотрел. Знаешь? Тимур, что ты скажешь? Ну, выглядит готовым. Выглядит готовым.
клубничкой. Ну, есть у меня некоторые моменты. Сейчас попробуем. Нет, вы себе налили чай, мне нет. Тимур, ты что не наливаешь чай, Маш? Я все сделал, блин. Также на ужин у нас сегодня попкорн. Вот. Вот он сейчас должен уже начать взрываться. Сейчас он начнет. Ого, что-то там шумит. Спокойно, спокойно. На первый пуш. О, пошло дело. Угу, угу. Yes. Тебе радостно, Тимур? Всю пензу лимон жрешь. Так вот он уже вырос, наш товарищ. Давайте, готово, пускай готово. Достаем пакет. О, вон он. Тут гора. О, смотри, сгорел. Сейчас мы попробуем. Я сейчас отдыхаю. Так, сегодня у нас вот такой вот завтрак прекраснейший просто. Смотрите, омлет. Омлет с помидорками. Да? Он готов уже? Ну нет еще, мне кажется. Еще можно пожарить. Вот такие красивые песни у нас играют очень. Куда ты смотришь, Эдер? Я смотрю в окно. В Пензенскую даль и ширь. Сегодня бежим на старт. Айдар вернулся, пришел отдыхать домой. Так что сегодня побежит хорошо и быстро. Так, ну все, мы выселились из хаты. Оставили себе после себя чистенькую квартирку. Сейчас ребята пошли вещи в тачку увозить. Едем сейчас на Мастарт и потом сразу едем домой в Казань. Ну все, let's go. Вкусно тебе? Да, заряжаюсь. Молочко. Нормально так, перед стартом. Мне кажется, не самая лучшая идея. Мы прибыли на место старта. Вот Тимур припарковывается. Айдар вообще вот как красиво выглядит. Спасибо. На старте. Да, молодец. Че ты тут? Надо было поделаться. Так ж, порохло. Короче, ждем, пока Дамашу наградят. И потом пойдем переодеваться. И уже Саратовская область. Третье место. Тома Мария, Саратовская область. Второе место. Балахонкина Елена, Самарская область. И первое место. Богданович Кристина, Самарская. Сейчас посмотрим, что Маше дадут. Вау, вау. Очень красиво. А здесь подписано? Да, подписано. Молодец, Маша. Все? Хоть кто-то что-то занял. Давайте, проходите, проходите. Как птички поют. Прекрасно, прекрасно. Итак, сегодня у нас... Это что за херня? Погодка сегодня шикарная. И сегодня мы бежим в масс-старт. 7,5 километров где-то. Пацаны будут бежать быстро. Я буду... Не знаю, как бежать. Посмотрим, как пойдет. Но быстро я не смогу. У нас до старта осталось примерно полчаса. Сейчас быстренько в туалет. Немножечко размяться. И побежим. Там стартуем. Туда убегаем. Бежим сегодня 2 круга. Туда, сюда. И побежим. Сегодня задача добежать. И вообще, вот будет ништяк, если я сегодня займу хотя бы то же самое место, как в первый день. 25-е. Айдар 25, мне в пятнашку. Ну все, вот мы зашли в стартовый коридор. Вот тут у нас татарская банда стоит. Казанская. Татарская. Ну, татару. Ну, ладно, мы с Татарстана же, все. Снимай, давай. Ну, зато узнали, где 32-й теперь. Показать? Да. Пошел? Давай. Марина, Белгородская область, 44 минуты, она третья.
Группа 12-летних, мальчики, девочка подрезают. 90-й. О, Айдар! 90-й. Айдар! Айдар! Молодец! Аккуратней с отметкой. Короче, пробежал я масс-старт. Неплохо пробежал, я считаю. В пятнашку вошел, стал 12-й. Так что нормально. Бежал практически, не ошибался. Единственное, бежал очень и очень медленно. Просто я... Для меня любой подъем это все. Это конец. Я не могу бежать в горку вообще. Нисколько. Надо тренироваться, наверное, не знаю. Горы для меня это просто беда. Но зато без ошибок. И Тимур не так уж и много проиграл. Маша выиграла. Машу ждем награждения, она наградится. И поедем домой, в Казань. Так, все технично, все пробежали на 32-й. Да, все. Да, всей толпой, просто каждая. Да. Я такой бегу и понимаю, сейчас пацаны кто-то обломится. Пензенская область. Везде Пензенская область. Кто за психоделик? Почему одна и та же музыка играет? Итак, и Тома и Мария, Саратовская область, первое место. Маша молодец. Маша молодец. Маша молодец. Тимур молодец. Да. Только я заставляю ее бегать. Аплодисменты чемпионам Приморского федерального округа. Маша молодец. Вот единственный молодец у нас в команде, который четко занял. Вот. И то за Татарстан, не за Татарстан, а за Саратов. А мы, пацаны татарские, че, лопушечки. Короче, все, мы закончили пензенские соревнования. Сейчас мы поедем домой. Заедем покушать куда-нибудь. В Макдональдс, например. Поехали. Да. Ау. Сейчас потом посмотрим. Нормальное спортивное питание, после финиша. Сбалансированное, считай. Сбалансированное, да. Считай, все есть. Найс. Вот и Айдар. Тоже на правильном, хорошем питании. Все, короче, мы приехали из Пензы. Что хочу сказать? Влог, я не знаю, снимал просто сумбурно вся подряд. Поэтому интересно, что получится с этого влога. Пока у меня как-то в голове не укладывается, как это смонтировать так, чтобы это было как-то интересно, что ли. Ну, обычно, как всегда, короче, буду монтировать пофиг вообще. Опять же, напоминаю, что у меня есть... Вы можете задонатить мне за видосики что-нибудь. Там есть сберчевые внизу или просто номер карты. Ну или Boosty, но Boosty это для мазохистов. Если вы такой, то можете на Boosty. Дальше, на следующей неделе первенство в Перми. Я туда не поеду. Я до этого хотел поехать или на спринты, или на лесные дистанции. Но, короче, не получается. И мне нужно сажать картошку дома. Вот, так что я пойду сажать картошку. И... На ориентирование не поеду. Может быть, на следующей неделе пробегу татарку один день, а может и нет. Но вообще, сейчас я очень-очень настроен на ПФО в Яльчике. И мне прям вот очень хочется к нему и приготовить Тиму к этому старту, и набрать кучу людей, набрать лагерь. Короче, сделать все классно и качественно. Вот. Так что следите за видосами, подписывайтесь, ставьте лайкосы. Донатите. Все, всем спасибо за просмотр. До свидули. Как сказать-то? Ну, пока.